Жопа тяжелая, да, Антон? Я к тебе доберусь. Да-да-да. Бля! Перед просмотром ролика хочу рассказать о крутом проекте mycsgo.net. Здесь ты сможешь открывать кейсы CSGO на любой вкус, создавать контракты обмена и участвовать в дуэлях с друзьями. А по промокоду Quantum ты получишь вкусный бонус при пополнении. mycsgo.net. Ссылки в описании. Ола, амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Глюк, с вами Кратос и с вами Альфа. Жиры утюг, с вами Глюк. Всем привет, я из компании Арифлейм. Здорово, сегодня представитель компании Арифлейм будет шинковать огурцы на рассольник, огурцы будут прятаться, это маньяк в CSGO, приятного просмотра, ну а мы начинаем. Какого хрена вы огурцы? Да, я здорово. А да, что, вы графли перчатки не сняла, что ли? Давай сюда. Антон, ты перчатки не снял. О, что мне перчатки есть? Пойдем ты, огурец, сейчас на фарш тебя пустят. Да где рассольник, слышь, ты здесь? Да не, быстрее, быстрее, быстрее. На людях я висел. Давайте сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Нифига себе, вы чё? Пацаны, дайте стишок. Да рассольник, прыгай вниз. На людях я висел, на дома тоска. Чё я в дырку не попадаю? Неделька, я как носок без пары носка. Всё. Как одинокая. Хорошо. Тупень. Чё он там читает? Тупаем отсюда. О, это место для меня. Special for me. Да, ты понимаешь, что тут можно делать? Смотри, смотри, смотри. Просто байтить. Прикольно. Только мы недолго здесь не будем, по-моему. А, воу, всё, я вышел. Тихо, тихо. Все хорошо. Все, я закрыл дверь. Только тихо. Мудаки. Ну всё, такой обиженный. Давай, прячься, прячься. Из кого рассольник сегодня первым сделать, мне интересно. Тихо. Дайте подсказку, вы на втором этаже или на первом? Не, не, мы на первом двери, мы двери открываем, слышишь? Так. Так. Пусти, пусти, пусти меня в эту, пусти меня в эту нычку. Закрывай дверь. Заходи. Закрывай дверь. Да че я тебя пустить пытаюсь? Давай, давай, быстрее. Я увидел, что у нее под юбкой, ребят, не смотри. Не смотри туда лучше. Не смотри. Это бабушка, понимаешь? Да я порезал ее. Аккуратно. Это слишком жестко, бабулька. Все, я его запер там. Не там выпускай его оттуда. Не буду выпускать, такое? Все. Где он? Полез? Бабка, слезь с потолка. На поле, смотри. Бабка, слезь с потолка. Это ты не человек. Я попал в него. Допусти, допусти. Рассольник, тебя видно, слышишь? Рассольник. Прийти, дай мне прийти. Там рассольника видно какого-то. Как попасть в вашу нычку? Как попасть? Смотри, выйди на улицу. Выйди на улицу. Выйди на улицу. Глянь-ка на крыльцо. Ну-ка. Эй, ребята, тут тоже есть. Красиво, давай, пойдем, 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 пойдем. Подожди, а тебя видно там, интересно? Тихо, 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 пацаны, вы. Да выйди, открой дверь просто. Чё? Творите? Сейчас же сдохнем все. Это здесь. Давай, куда дальше? Еще что-то есть? Нету вроде бы. Смотри внимательно, может телепортик какой-нибудь есть. Пацаны, тихо. Тихо. Опа. Ой, Данил. Ой, Данил. Реально. Данил. Да почему Данил, я умираю первый, не хочу на рассольник? Антон, Антон. Антон. Давай, давай быстрее, быстрее. Я не хочу на рассольник. Ну нет, не надо рассольник. Давай, давай, давай. Крюк, пошли, пошли, пошли. Прыгай, ты прыгай, понимаешь, прыгай. Антон, ты сейчас убьешь одного, а двое прыгай. Бегут. Вот. Выйди, посмотри. Давай, давай. Пойдем, 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 пойдем. Ладно. Я уже вижу. Да, красава, красава. Пацаны, все, я рассольник. Прыгай в телепорт. Я, значит, вышел на охоту. Телепорт, прыгай. Все, красава. Это хорошо, что вы на выпили. Там, где выеб, значит, там неподалек. Ты не найдешь нас. Ты все равно нычку не знаешь. Я точка, 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 я вовсе не медведь. Это что за петух сейчас сделал? Я негр, просто черный, и это дребедень. Е. Подожди, стоять, откуда это прилетело? Мне это прям в шею прилетело. Глюк, ты там же остался? Глюк, ты там же? Глюк! Молчание от Глюка это святое. Так. Глю, обезьян. У меня тут как бы все в крови теперь. Ты в доме или на улице, только честно, Антон? А ты где Глюк? Давай, давай, давай. Я в доме, Антон, а ты где Глюк, конечно, да. Да нет тебя на улице, я на улице сижу. Данил, слышал, дверь открылась? На втором этаже. Идти на второй этаж? Да. Окей, иду. А, пидор, ты меня видел, что ли? Я думал, у тебя жопой подпер. Подпер он жопой меня. Данил, а на втором этаже стреляет дикой. Это моя нычка, меня Глюк здесь убил. Да блин, это моя нычка была. Лол. Альфа, 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 проблемы. У тебя проблемы.
Почему? Ну, спецназ нафиг! Привет! Привет! С тобой сегодня Квантум! Да я видел тебя, я играю с тобой, баклажан! Конечно, конечно! Что за перегонки сейчас были? Такой, и спецназ видит, он меня бежит за мной, такой байкер. Да, 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 да. Догоню, догоню, догоню. На тебе. Блэд, это топовый. Квантум, пойдем за мной. Так, я все твои новые нычки заканчиваются смотри, в погибелью. Стоямба, стоямба, смотрите, сделайте вот так, смотрите. И в светлое будущее. Не, давай. Я не пойду так, туда. Я думаю, тут уже были. Это не самое светлое будущее, пожалуй. Слуховой аппарат так. Почини, пожалуйста, бабушка, выходи. У меня AirPods, а не слуховой аппарат. Слуховые AirPods. 21 век Apple внедрил свои технологии во все сферы жизни. Продвижение просто бабушки. Так, значит, пиздюки. По простору. Он вышел? Пиздюки, блин. Он вышел? Где ты, Дань? Я здесь. Да? Да. Вот ты прям тут? Это очень тупая просто делалась. А, идиот, что ли? А ну иди сюда! Брысь-брысь-брысь! Огурчик! Тихо-тихо-тихо-тихо! Брысь-брысь-брысь, иди сюда! Нет, нет, жопа-жопа-жопа-боль, жопа-боль-боль-боль! Жопа-жопа-жопа-боль! Жопа-боль-жопа-боль! О, нет-нет! А как это погиб? Как? Спасибо, Даня, спасибо. Бедолага. Антон, слушай, подсказка. Ты испорченный. Слышишь? Здрасте. Глюка нашли. Это глюк! Это глюк! Дань, я бы тебе... не советовал так делать, потому что он эту нычку знает, поэтому если он тебя спалит, тебе придется... Ты уверен, что он знает о ней? 100% я ему показал эту нычку в прошлой игре. Бляха-муха. Я... Нет, стой, тихо, тихо. В прошлом раунде, когда он... Но он не знает, какая именно эта нычка, понимаешь? Ага. Ему показал. Поэтому у тебя есть возможность выжить сейчас. Антон. А! Лучше не стоит так делать. Детектор Квантум Раза найден. Бью быстрее. Галюх! Мне надо тебя убить. Ну, в смысле, надо убить? О! Иди сюда! Нет! О! Говно! Само такое! О! Я вниз упал! Не один ты! Бегуть! Бегуть! Иди сюда! Бегуть! Пацаны, пожалуйста, просто. А ты крути, крути, крути. Пока крутишь, бегуди. А иди-ка ты сюда, Данил. Работа к 9. О, хорошо. Данил, стой, не надо. Что за... Куда он делся? Так. Он может найти нычку любую, точнее, может найти нычку, но не может найти тебя. Что-то упало сверху. Грёбаный центр тяжести у меня неправильный. У тебя-то да, центр тяжести, что надо. Это вундервафли из Вульфенштейна. Ну, я тебе говорю. Тебе нужно сидеть в книжке читать, успокойся. Агрессивная бабушка. Бабка. Перелет. Бляха, да... Почему я теперь не могу попасть туда? Магия? А где глюк вообще? Я не знаю. Я могу сказать, где глюк. Глюк. Ты вообще вейпер. Слышь, слазь оттуда, это нечестно. Почему? Я на карнизе, я даже не двигаюсь, сижу, никого не трогаю. Законом не запрещено. Не-не-не, ты сам сказал, что не запрещено. Бляха, ты издеваешься? Даня, поменяй фастом локацию, пока он тебя не заметил. Не-не, нормально, все. Где ты? Че, жопа тяжелая, да, Антон? Я к тебе доберусь. Да-да-да. Бля! Слазь отсюда, по-хорошему. Нет. По-хорошему. Ты же так по-хорошему. Че у тебя за отрасль там? Это жопка огурчика. Опухоль огурчика. Огуречная опухоль. Глюк, беги. Что за... Глюк, беги. Глюк, текай с города, пока есть возможность реально. Да блин! Что случилось? Я не могу к нему залезть, мне не нравится эта карта. Да, я могу тебе помочь. Знаешь, что сделать? Соберись. Раскрой свои чакры. Не нагинайся на бутылку. Да. Смотри, прыгай! Чё ты смотришь на меня? Антон, слушай внимательно. Я пойду глюка искать. Антон, ты обиделся. Даже не хожу никуда, сижу на жопе ровно. Тебя не видно, Антон, максимально не видно тебя. Как? Сиди там, сиди. Я обиделся на тебя, ну что ты там сидишь за коллизией вообще? Какой коллизией? Ну хризией, главное умное слово сказать. Победа. Значит, хитрожопый Антон. У меня есть кое-что.
Молодой живой огурец, иди сюда. Сюда ого. Идешь, вот сюда. Давай, давай, вот сюда. И вот сюда, давай, давай, Глюк, быстрее, быстрее, быстрее. Да, огуречный ты мальчик, давай. Вы гоните, что ли? Да, да, я не гоню. Так, а что то место, здесь места мало. Глюк занял все это место. А мы вдвоем поместились. Давай, ну пока не надо байтить, пожалуйста. Я рука торчит, я рука торчит. Пидоры, спасибо, что они меня оставили. Глюк, может, ты идешь отсюда? Я такую нычку хотел показать, а не меня. На, держи, пожалуйста. Иди гуляй, знаешь. Глюк, у тебя видно руку и голову видно, все видно. Пацаны, я опять маньяк, и я выхожу через... Ой, прости. Да я не прощу. Он вышел, тебе жопа. Ребят, вы понимаете, что я вышел? Знаете, что это значит? Это значит то, что сейчас я вас съем. Глюк, не шевелись, пожалуйста, хорошо, Глюк? А, я понял. Антон, я понял, значит, я тебе даю такую небольшую подсказку. Глюк, отвернись, голову видно? Да, нифига ты резкий. Они недалеко, короче, от своего спана. Не знаю, смотри в стену, как я. Я смотрю, это что у тебя между ног? У тебя между ног конец огурца. Это папка огурца. У тебя путска какая-то. Это папка огурца. Это самое безопасное решение. Глю, голову видно. Ты иди. Пил, бля, хавуха. Ты такой поклажан, Иванович. Я видел с под потом... А, бляха. Глюк, ты должен был это сделать, а не я. Ребят, ну что ж, на этом все. Это был CSGO Огурец-маньяк. Понравилось, не Огурец-маньяк вовсе. Понравилось видео, хочешь больше таких, тебе лайк, подписка, комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Пока! Про подписку не забывай. Пока-пока. О, ребят, ну что ж, на этом все. Это был CSGO Зомби-маньяк. Огурец против... Что ты делал? Нельзя это показывать. Я люблю огурцы, почему нет? Ребят, ну что же, на этом все с вами. Фу, блин. Ребят, ну что же, на этом все. Это был Кай. Ты можешь не приседать хотя бы? Сиди на месте ровно. Все, давайте. Ребят, ну что же, на этом все. Это был... Да я ж просил тебя не приседать на огурец. Ладно, давай, хорошо.